Один из основных показателей качественной и комфортной жизни в городе – это безопасность на дорогах. Количество автомобилей с каждым днем только растет, а значит, значительно увеличивается интенсивность транспортного потока. Большая, сложная и очень ответственная задача инспекторов ГИБДД – оперативно реагировать на изменения дорожной обстановки, чтобы предотвращать и ликвидировать аварийные ситуации. Круглые сутки сотрудники госавтоинспекции обеспечивают порядок и безопасность на городских дорогах при любых погодных условиях. От четких и слаженных действий инспекторов зависит жизнь и здоровье людей, а также культура и ответственность пешеходов и водителей. Праздничное мероприятие, посвященное тем, кто стоит на страже безопасности дорожного движения, состоялось в Щелково. Отметили важную дату – 85-ю годовщину со дня образования Российской госавтоинспекции. Век растущей автомобилизации и больших скоростей, выражаю вам признательность за профессионализм, ответственность и добросовестность при исполнении служебных обязанностей. Пусть ваша работа всегда является залогом безопасности для каждого участника дорожного движения. Желаю вам успехов в решении возложенных задач, крепкого здоровья и семейного благополучия. Решите поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить за огромное взаимодействие, за ту помощь, которую вы оказываете в жизни города. Особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов ГИБДД. Действующих инспекторов наградили почетными грамотами. Ряд сотрудников получили очередные специальные звания. Коллегам хочу пожелать в первую очередь ответственности, потому что дело, которым мы занимаемся, службу, которую мы несем, она очень ответственная. Те обязанности, которые у нас возложены, также подразумевает за собой большую ответственность. Все крутится вокруг этого слова. Деятельность госавтоинспекции заключается не только в регулировании движения. Одной из главных задач сотрудников ГИБДД является пропаганда безопасности на дорогах среди населения. Информирование как взрослых, так и детей о том, что осознанное поведение и соблюдение правил обязательны для каждого. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.